have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы пытаемся выжить, тут у нас, тут хватает полезных вещей, давайте мы сюда поедем, я не хочу пропускать это место, пытаемся, мы потеряли одного человека, блин, тут будет аж целых минус 3 топлива, а чтобы сюда доехать, нам нужно будет 2 топлива, поэтому отсюда нам обязательно надо будет вывести топливо. Еще, кстати, по-моему, у нас на крыше канистра. Надо будет попробовать ее залить. Сейчас посмотрим, в какую обстановку мы приедем. Ага. Тут уже куча ребят, да? Так. Сортировка. На тебе сразу в руки. Почему? Сначала выйти надо, что ли? А извлечь... Нет, погоди, сортировка. Вот, отлично. Теперь залить. Почему? Очень жалко, я, может быть, еще не разобрался в этом, но очень жаль, что мы не можем сделать это действие... На стоянке. Это было бы логично, вам не кажется? Так, ну, конец хода. Надо посмотреть. Надо бы палочку подобрать. Ну, или как минимум бутылку. Бутылку мы сможем метнуть в этого другалька. Конец хода. Хорошо, их оглушило, как минимум. Убить? Ну, короче, смотрите, убийство не приводит ни к чему хорошему. Так, обыскать. Фонарик. Супер. Но нам бы вот ту еще обыскать. Ну, короче, ладно, давайте конец хода. Эта штука сейчас откопается. Стировка. Фонарик на машину, пожалуйста. Так, а ты у нас, дружище, идешь сюда же, хватаешь вот эту палку. Я могу не успеть схватить палку, да? Так. Давай так. Попробуем их отводить. Попробуем их отводить. Я потом бутылкой или палкой смогу оглушить кого-то из них, да? Сначала обыскиваем вот это. Я нож нашел? Черт, они ко мне подходят все, да? Угу, они туда решили пойти. Так, я могу его убить ножом. Ну хорошо, по крайней мере, я себе way out сделал. Отходим, оттягиваем их от машины. Мне нужно будет потом еще вот там лутануть. Отвратительно. Так, а нож у нас бесконечный, не бесконечный? Тащить? Нет, тащить я его не хочу, мне нормально.
поджечь. Да, давайте я факел сделаю. Спасибо. Большого я, может быть, смогу убить ножом. Места у меня нету. А, нет, нож заканчивается, кстати, вон, смотрите. Если я подойду, оно подойдет и ударит меня, так я понимаю? Блин, их становится прям очень много. Нишка? Я смогу-то выбраться отсюда или нет? Нам машину бы калечить, кстати, наверное, не следовало бы. Давайте выбираемся. Черт с ним. Я не знаю, зачем нам Мишка. Может быть, мы сможем поторговать. Но машину мы немножко покалечили. Это жаль. Бенза у нас ровно до следующей заправки. Или до новой машины, кстати. Есть горючее. На самом деле можно бы за горючкой съездить. На самом деле и за горючкой, и за новой машинкой. Я бы за новой машинкой, например, съездил бы. Мне это больше. То есть эту мы уже хорошенько покалечили. Я надеюсь, машина будет также с багажником, что нам будет куда переложить вещи. Если нет, если машина будет без багажника... Блин, а тут же можно скрутить багажник, да? Блин, а тут уже здоровые эти... Так. Зажигалкой можно светить себе или нет? Если снарядить... А, она в рюкзаке у меня? Серьезно? Это мачете такой? Стойте, история, рюкзак. Снаряжено поджигает. Вон наша машина. Что это? Карта или что-то в этом роде?
За Мишкой надо бы вернуться. Ладно, конец хода. Что там? Так. Ну что ж, от этого придется убить. Очень фигово. Добиваем и тратим последнее. Камнем, возможно, я смогу метнуться в мелкого. Пусто, пожитки. А багажник, так ладно, конец хода. Закрепить. Сейчас я забраться в машину не могу. А что мы могли тут еще забыть? Багажник мы вытащили. Там аптека была. Минимум аптеку надо забрать. Надеюсь, они... Он, блин, до меня дойдет. А, забраться. Так, завестись. Не успейте меня ударить. Лечиться, конечно. Выбраться отсюда нафиг. Так, машинку мы взяли побольше, я так понимаю. Теперь у нас будет и мест побольше, и багажник мы успели перекрутить. Я не знаю, что с этим медведем. Если резнак, впереди живописный обзор. Ну, посмотрим. По крайней мере, новенькая машина. Смотри, как пак почти на нуле. Верно, карта у тебя. Вот, мы карту получили. Мы можем поехать за бензом. Это рискованно, да? Есть одиночки, то мы можем за человеком заехать сюда. Я бы на самом деле за горючкой поехал. А там уже посмотрим. Опасно, но интересно. Ночная миссия вообще была просто сумасшествие. О, тут чувак со щитом. Так, сортировка. Ребят, давайте. Вот это вот оставишь в машине. Пойдем с пустыми руками.
аптечку мы-то заюзали. Ну, то есть я вернулся за аптечкой, и меня ударили, мне пришлось ее заюзать. А, хорошо. В принципе. Тут есть 4. А, вон Бенз. Есть Геник. Что мне этот Бенз дал, я без понятия. Ну хорошо, конец хода. Пошел нафиг! Это мой Бенз. Это очень мало, но ладно. Они сейчас за ним погонятся, да? Я пошел сюда. Так, хорошо, они сбегаются на аккум. Ой, на аккум, на генератор. А что вот это вот означает? Осторожно, машина? Ну, дружище, ты не особо и сваливаешь. Так. Забраться. Залить. Я думаю, нам пора. Ну, то есть, два контейнера мы обыскали. Ну, нет, мы обыскали один. Он стырил у нас два контейнера. Один мы забрали. В принципе, ладно, забраться. Ничего, что он пешком просто отсюда учопал. Ладно, сколько мы? 2 литра топлива отсюда вытащили. Что-то такое. Ну что ж, новая тачка. Новая тачка нам, в принципе, не надо. Наша в хорошем состоянии. Я так и не посмотрел, сколько она мест. Ну-ка, сортировка. 5 мест. Она на 5 мест. Это мини-бусик. Прикольно. Вообще, выглядит она тоже классно. Вот. И с освещением у нее прям хорошо. Давайте, может быть, за одиночками съездим. У нас 3 литра. Сюда потом еще как раз сюда съездить. И сюда съездить нормально будет. А потом посмотрим. Если нам получится получить, если выйдет получить нового члена команды, это лишние руки и лишние действия, это хорошо. И если машина рассчитана на 5, то типа, ой, тут пёсель есть. Так, этот ко мне уже не подойдет. Хорошо, выбираемся. Вуф. Я понимаю, пригласить. Мне его вылечить надо? Давай, бутылкой можно будет кого-то из этих прибить.
Я таки не понял, что там. Так, ну хорошо, мы немножко отгородились от них, конец хода. Где-то надо взять аптечку. А, стойте, я какое-то растение вытащил? А это его тихо убивает, обалдеть! Вот это крутяк, кстати. Так, сортировка. Что у нас по месту? На, ты у нас будешь... Вот, вот, вот это идеально. Собака все равно не может драться, и она сейчас ранена. Собаку, кстати, надо лечить. Но пока что что есть. Нам бы увеличить место в машине, куда бы можно было всякие вещи складывать. Это было бы прям хорошо. А как мне... Ладно, конец хода. Запараться, наверное. Забраться. Возьмем бутылочку. Ну и, наверное, все. Я вот на самом деле не знаю, сколько можно заходить в магазин и нельзя. Давайте выбираемся. По крайней мере, без жертв. Прикиньте, если убить палкой, это шумно. Если убить бутылкой, то это бесшумно. А как так-то? Самая удобная машина на моей памяти. Да ладно тебе, чел. Не самая удобная машина. Не волнуйся об этом. Хочу поискать заправку. Не поспоришь. Итак, куда направимся? Ну, на заправку, ребят. У нас как бы шансов-то. Выглядит довольно опасно. Я бы, не знаю, собаку сейчас использовал бы, наверное, чисто как мула, куда можно перекинуть какую-то вещь. Но она и так у меня с зеленью бегает, поэтому... Офигеть. Офигеть. Что я вам скажу, ребят? Собаку я не буду даже вытаскивать из машины. Так, нам надо что-то сделать. Бенз. Супер. Мы пока что... Даже не знаю, куда нам идти, чтобы безопасно было. Давай сюда, там еще одна палка есть. Конец хода. Так. Его палкой убить просто можно. Офигенно. Две пятых. Погоди. Конец хода. Очень много. Залить. Мне как-то до вон той палки добраться надо. Так, конец. Я не уверен, что мне нужен этот бенз.
Пока мы безопасно заправились, смотрите, нас бы сейчас окружили, нам было бы просто хана. Жаль, конечно, ту канистру было оставлять, но с другой стороны, вот смотрите, мы сейчас не попадаем на торговлю, потому что нам опять нужно на заправку. Блин, теперь это будет ночная заправка. Ну, я понимаю, да, где-то я пропускаю, где-то из-за этого я потом и не могу попасть никуда, черт. Но не убивать их, это тоже интересная история. Надо денег завести. Маленькие быстрые твари. Даже нечем отбиваться от них. Еще бенз. Супер. Ну, как бы трындец, если чё. Я даже залить сейчас не могу. Что ты делаешь? Отлично, они оглушены. А, в смысле, облить? Нет, облить мне не надо. Ты, дружище, заливаем. Забираемся. В смысле, идти. Офигеть, какой тут Армагеддон начался. Залить. Забраться. Поехали отсюда, до свидания. Давай, давай, давай. Обалдеть. Это, вот это сейчас было рискованно. Нас реально чуть не сожрали. Ну, неплохо так бензом залутались. Поехали на финальную точку, вот здесь. Баптичку где-то найти. Но мы не можем ни поторговаться, нигде, ничего, блин. Так. Сортировка. Пустые руки есть? Есть. Хорошо.
А нам надо как-то разгрести это все? Угу. Офигенчик на самом деле. Зря туда вышел, это был ненужный ход. Так. Но мне надо уйти. Он два раза бьет. Офигеть. Ну все, собственно, проиграно. Елки. Я еще одну зажигалку получил. Как куб-то получилось, да? Машина, а машина сейчас лопнет. Ну тогда это все, это ГГшечка. Это не к бобру. Вот что мне надо было сделать, прожечь вот эти штуки. А сейчас я уже ничего не сделаю. Собака тоже, ферм. Но он сбежит пешком. Идти и уйти. Уйти. Да. Как-то печальненько каждый раз это заканчивается. Вроде как начинаешь и машинку находишь, и все, а потом... Ну и все, как бы это уже ГГ. Ну то есть... без машины, да. Давайте, ребята, тогда на этом заканчивать. Сколько мы на этот раз-то... проехали тоже, блин, одну карту. Не знаю, сложно. Я после этого, наверное, сделаю еще один заезд. Я не знаю, как насчет полного прохождения этой игры. Может, это как рогалик или что-то такое, потому что смотрю каждый раз за нового человека. Да, я понимаю, что я делаю кучу косяков, но с другой стороны, игрушка, ну, реально частенько сложная. Мы, кстати, можем вот эту машину себе забрать, если бы мы до нее добежали, но мы до нее не добежим. Вот это нас догонит и убьет. Вот, и нам даже, типа, нечем ему противостоять. Мы можем... Чувачка тут убивают на этом. Ну, то есть, тут, я не знаю, без машины немножечко уже ни к чему было.
Нет, нет, не хочу начать уровень заново, спасибо, потому что это вот этот уровень был бесполезный. Смотрите. 12-3 дня стоянок. Ой, я забыл про тебя, дружище, что ты тоже у нас когда-то был. Брошенных 3, в смысле брошенных, их убили, если что. Добрались до леса. Ладно, в общем, в следующий раз начнем новый ран, попробуем это все как-то еще более продуманнее. Хоть первый был вообще просто пробный, второй мы уже более-менее понимали, что мы делаем, третий нужно будет попробовать уже сосредоточиться. Вот это все пройти, ну, наверное, если когда-то пробовать все, но я не думаю, что я буду делать полное прохождение, ну, или следующий ран будет очень успешный. Короче, ладно, не будем загадывать. Пока что спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.